Компания «Церсонит», польский холдинг, один из ведущих производителей керамической плитки, санфарфора, акриловых ванн и мебели для ванных комнат. Основан в 1998 году. На сегодняшний день представлен в 44 странах Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Северной Африки. Бренд пришел в Россию в 2002 году. Как за 18 лет развился ваш бизнес? Важным в истории «Церсонита» был период с 2007 по 2011 год, когда мы приобретали профильные активы в России. В итоге за этот период, несмотря на финансовый кризис 2009 года, мы приобрели 3 завода. И сразу же после приобретения мы инвестировали в их модернизацию, строительство инфраструктуры и прочее. Как компания изменилась за последние 3 года? Мы последние 3 года в сантехнике растем примерно 30% каждый год. Это значительно выше рынка. Можно, конечно, в некоторые годы рынок практически не рос. При этом в отдельных товарных категориях мы имеем двукратный рост. Например, в мебели, в акриловых ваннах. В керамограните мы приросли в 1,5 раза только за один год, 2019. При всем при этом мы имеем практически полную 100% утилизацию мощностей. Одновременно с этим мы очень серьезно сокращаем объем рекламации и нареканий по качеству. Надо отметить, что объем поступающих рекламаций за последние 2 года сократился в 1,5-2 раза в зависимости от категории продукции. И это объективно подтвержденные данные. Бренд «Церсонит» — это 3 завода в России, на которых работают порядка 1800 человек. Есть ли у вас планы по расширению производства? Конечно, мы думаем о расширении производства. Мы ежегодно тратим порядка 700-800 миллионов рублей капитальных затрат на расширение нашей продуктовой линейки, модернизацию оборудования, зданий и инженерных систем. Мы уже находимся в стадии завершения одного из таких крупных проектов на 2 миллиона евро. Мы устанавливаем новую производственную линию в Сызрани. Оборудование завезено. Но, к сожалению, из-за пандемии мы не можем сделать финальный монтаж, так как всем монтажом и пусконаладкой занимаются итальянские специалисты, и мы ждем их приезда в Россию. У нас сейчас в начальной стадии находится проект по расширению всего производства в Сызрани. Наверное, самый масштабный наш проект. Мы планируем расширить выпуск керамической сантехники на 50% к 2022 году. Объем инвестиций в этот проект составит порядка 2 миллиардов рублей.